Спуск на веревках и работа автогеном. Ульяновские спасатели устроили настоящее шоу для учеников 66-й школы. Во дворе собрались несколько младших классов, чтобы посмотреть на представителей одной из самых мужественных и благородных профессий. Показательное выступление началось под бурной овацией ребятишек. Конечно же, не каждый день школьники видят людей с профессиональными навыками супергероев. Особый восторг у детей вызвала эвакуация условного пострадавшего с помощью снаряжения для промышленного альпинизма. Мне очень понравилось, особенно захватывающе, когда они съезжали по веревке, когда она была натянута. Но так-то я по веревке съезжал в Парке Победы на полосе препятствий, только она была поменьше. После эффектного спуска спасатели перешли к демонстрации своих инструментов – бензопилы, автогена и железных щипцов. Аппараты, созданные из самых прочных материалов, лучшие помощники для извлечения пострадавших из покореженных машин. После спецтехники перешли к правилам использования гидрокостюма. Один из ребят даже примерил его поверх школьной формы. Такое просвещение детей проходит не только для расширения кругозора. В школе существует целый кадетский корпус МЧС, и поэтому ребят профессионально ориентируют уже с молодых ногтей. И по окончании школы, то есть дети уже переходят в след. Там, либо в колледж, либо в любое высшее учебное заведение с определенным багажом знаний. После яркого выступления сотрудники МЧС рассказали ребятам о правилах поведения в экстремальных ситуациях дома, на природе и в общественных местах. Подобные визиты спасателей совсем не редкость для учеников 66-й школы. Раз в четверть отважные специалисты приезжают делиться с ребятишками своими знаниями и мастерством. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.